8 августа Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эбола в Западной Африке чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение. По числу зараженных вирусом нынешняя эпидемия стала небывалым в истории человечества случаем. Среди пострадавших не только непосредственно заболевшие, но и медицинские работники, 240 представителей медперсонала. Более того, география вируса постепенно расширяется под угрозой здоровья населения Европы. Эпидемиологи Беларуси делают все необходимое для того, чтобы смертельная лихорадка не проникла в нашу страну. В Республике Беларусь Министерством здравоохранения принято ряд распорядительных документов, связанных с лихорадкой Эбола. Обеспечена готовность организации здравоохранения. Это имеется у нас необходимое оборудование, проведено обучение медицинских работников, имеются средства защиты. Принимаются меры по недопущению завоза заболевания на территорию Республики Беларусь. Обеспечен санитарно-карантинный контроль при въезжающих лиц в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах. В белорусском представительстве Международной организации здравоохранения заявили о том, что в силу неподходящих климатических условий и отсутствия основных переносчиков, а это некоторые виды африканских летучих мышей и обезьян, наша страна имеет низкий риск проникновения и распространения вируса Эбола. Поэтому сегодня главная задача белорусских эпидемиологов – профилактика завоза и распространения смертельного вируса. Тем не менее, Международная организация здравоохранения не рекомендует вводить какие-либо ограничения в сфере торговли или международных поездок и отмечает низкий риск распространения заболевания в европейском регионе, даже при существовании возможности переезда лиц из затронутых заболеванием стран. Тем не менее, специалисты советуют лицам, совершающим поездки за границу, быть бдительными в отношении своего здоровья.